Я приветствую вас. Это все еще Ultimate Admiral Дредноуты. Да, я выбрал немного другие бонусы, поэтому батя мне сейчас недоступен. Придется строить батю 2 по новой. Не могу. Не могу я выполнить эту миссию. Вражеский броненосец все-таки выносит моего лидера. Как бы я ни парился. Ну, есть идея сделать такой канонерский кораблик. Наставить как можно больше пушечек главного калибра. И желательно, чтобы они имели возможность бить как можно больше в одну сторону. Для этого надо сделать батарею в центре корпуса. Сектора обстрела уменьшаются несколько, если много сильно наставить. Ну ладно. Будет у нас своеобразная канонерская лодка. Да, у нас уже перевес пошел. Надо еще торпедные аппараты поставить. Должен быть максимально вооружен и опасен наш корабль. Так, мы можем уменьшить вес, поставив более прогрессивные модули. Все равно получается некоторый перевес. Ну, чем-то будем жертвовать. Я 583. Все, чувак, вес уже нормальный. Почему перевешен? А, 2200. Блин. Ладно. Защита и скорости. Да, сильно жертвовать приходится. Ну вот, примерно так. Того, раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 пух. Большая часть из них может бить в обе стороны по любому борту. Что он пишет? Что он мне там пишет? Дедой назовем. Будет дедой. Да, Гангут хороший был. Хоть и называют его линейным кораблем. Судя по техническому заданию на проектирование кораблей типа Севастополь, они являлись линейными крейсерами. Во время Первой мировой прицел погоняли неплохо. Так. Моя попытка номер... Не знаю. О! Так, чудо из чудес. Ну, если кто-то смотрел предыдущие видео по этой миссии, мне давали один дестройер.
сейчас мне почему-то 2-2. Это увеличивает мои шансы в значительной мере. Ну, зато раскладка в игре, мой респаун уменьшает мои шансы, потому что это как раз, по-моему, да не мелкие снаряды, наверное, транспортник или все-таки батлшип, то есть броненосец. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, вам надо. Есть. Калибр у нас маленький, поэтому бронебойный эффект не особо. Да, надругалась надо мной игра в очередной раз. Все-таки было бы удачнее, если бы меня выкинуло рядом с транспортами и подальше от боевого корабля противника. Будем надеяться на наши торты. Пока ведем огонь по боевому кораблю, по броненосцу. Артиллерия, конечно, урон ему нанесет минимальный. Но пошли торпедки с одного моего эсминца. Есть надежда на то, что они все-таки попадут, если он не сменит путь. Мне главное его утопить. Если я утоплю его, то догнать и расстрелять транспорты уже особого труда не составит. Ну, хотя уже движки мне вырубили, поэтому группа моя замедлилась. Если повезет и мы потопим броненосца, нужно будет проверять, как вывести из группы второй целый корабль, если он будет целым. Собственно говоря, потому что нам медленная группа не нужна, чтобы догонять транспортники. Ну вот идут торпеды, какие-то из них, я надеюсь, попадут, хотя две торпеды, даже если попадут, они его не уродят. Две должны войти. Да, да, да. Ну, две, обе войди. Есть, обе торпеды. Видите, минимальное повреждение. Даже затопление. Пошло затопление, но малое. Там он еще веером идут три торпедки. Ну, вряд ли. Может быть, вот это вот, на которую прессор мыши указывает, войдет ему в корму. Минимальное повреждение нанесли мои торпеды. Блин, надо было реконструкции корабля калибр торпед не указал, надо было большего калибра взять. Ну войдет, да, давай в центр ему, давай мешки ему. Есть, рулевые вырублены. Годится. Пошло у него затопление, еще идут на него торпочки. Может быть, шанс появится у меня. Деда, давай, деда, не сдавайся. Уже оба корабля у меня повреждены. Деда у меня за старшего теперь. Был этот Ватю. За старшего теперь деда. Давайте, раз вы бьете по боевому кораблю, то возьмете эти бронебойки. Может, хоть башни ему повыносить. А так вряд ли, башни тоже хорошо бронированы. Торпеды. Еще есть у нас запас торпед. У вражеского боевого корабля вырублено рулевое. Хоть на какое-то время, я надеюсь. Да, и затопление у него. И продолжает прогрессировать. Но пошли еще торпеды по нему. Если он рулевые не исправит, возможно, войдет побольше торпед в этот раз.
Да, артиллерийская дуэль не в мою пользу, хоть и пушек много на кораблях, на моих. Но у него достаточно солидный бронепоезд. У меня одна надежда сохранить хотя бы один мой эсминец, или лидера, или легкого крейсера. Ну что у меня получилось, непонятно. Ну, начинает у него затопление потихоньку воду откачивать. А повреждение корпуса у него минимальное. А неужели торпы мимо пройдут, а? Да. Походу все они проскочат мимо него. А вот еще идут две торпеды. Эта группа точно проскочит мимо, а эти, да, тоже, наверное. Блин, блин, блин. Друзья мои, что же вы творите? Что же вы делаете? Где-то. Утопите крейсера. Ай-яй-яй, в дедушку прилетело. Да, пошло у деда затопление. Еще один прилет. Деду пришел капец. Старый, что ж ты творишь-то, а? Батю поврежден, деда тонет. Батю прилетело. Капец. Я эти торпеды пролетели. Да, прошли мимо. Деда ход потерял. Он уже в таком виде вряд ли догонит транспортников. Батю тоже без ходовой остался. А крейсер живее всех живых. Да, воду откачали. Оба мои корабля готовы выйти из боя. Деда еще отхватил по полной. Ну, деду все капец. Еще торпочки идут. Аргил, конечно, сильно мощный корабль. Ой, деда еще загорелся у меня. Долго как-то держатся мои эсминцы, лидеры. Так, две торпеды точно мимо. У тебя ж рулевые поломанные. Куда ж ты так ворочаешься быстро? Это тоже мимо. Ну все, торпеды эти прошли мимо. На торпеду вообще полагаться нельзя. Все, деда нет. Батю тоже. И капец пришел. Да, деда он тонет. Ускорим конструкцию. Построить скоростной корабль.
4 основных пушки, 3-4 и кучу торпед и скоров. Да, почти тоже. Накрылся. Ладно, сейчас посмотрим, что можно сделать с торпедами. Более мощные. Магнитный взрыватель мне дайте. Так, во-первых, снаряды. Вроде бы как дальность увеличить, да? Порох помощнее. Дальность или уменьшить вес. Давайте в этот раз попробуем сыграть на дальность. Еще нам придется уменьшать скорость значительно. Не помогло. Шестьдесят 4 тонны, 21 тонна. Не, ладно, пускай будет в таком виде. Да пожертвовали мы скоростью. А калибр торпед не выстоял. Блин. Ну ладно. Так, на сей раз противник далеко. В надежде на то, что мы встретим первыми транспортники. Очень сильно хотелось бы на это надеяться. Я и так надеюсь. Хотелось бы, чтобы мои надежды оправдались. Если мы найдем первыми транспортники, и нам удастся утопить их до контактов с броненосцем, вернее, броненосным крейсером. Так, вот у нас есть первый контакт. Так, у нас транспортники. Мы должны сделать отворот. Поворот. Три транспортника. Вот это вот, судя по всему, крейсер ходит. Поэтому нам надо попытаться удалиться. В этот раз у нас скорость малая. В этого транспорта пошли только. Сейчас, я надеюсь, в этого пойдут. Ай! Прилетели снаряды. Теперь нам надо вот это атакировать. Надежда на торпеды. Еще где-то два транспорта гуляют. Вот они. Да, рядышком еще один, по крайней мере, есть. Так. Это долбаная мышка. Ну, хотя бы одна, есть, пришла. Деда уже получил чуть-чуть.
Ну, хотя бы одна в этого войди. Не, разворачивается он, да? Вполне успешно. Хотя нет, одна может войти в носовую часть или даже в центр. Ну, блин, прошла перед самым носом. Да хоть бы ж магнитный взрыватель был, а. Вот это вот я добиваю. Тонет хорошо. Ладно, надо переключаться на свои корабли. И рулевые у деда вынесла. У меня все еще есть. Ах, крейсер за нами гонится. Бам, недолет. Перелет. Да, переключ... Ох, прилетело. Переключаюсь между другими транспортниками. Я уже в одном из видео говорил. Для того, чтобы пустили по ним торпочки. Ты смотри, Ватю, не, Вердун теперь, Верден, может, Вердун, Вердун, деда, не это, не попади своими снарядами. Ну, торп опустил, он же рядом, наверное, еще не зарядились. Насколько сильно он рядом у нас? Вердун, это ты где-то там саданул корму, дружище? Так нельзя. Есть один транспорт, потонул. Да, мне пришлось поставить дым завесу. Надеюсь, что это помешает крейсеру точно по нам бить. Но благодаря дымзавесе мы плохо видим, что тут происходит у нас. Запустите кто-то по нему. Ага, есть, корпус у него поврежден. Возможно, торпочки вошли какие-то. Возможно, пуху. Все, должен утонуть. Есть, да. Переключаемся на этого дружбана. Два. Мы пока еще живы. Биты, царапаны, но живы. Торпы пошли наши, а куда пошли, вообще непонятно. Ой, Вердуна зацепили, да? Вердун тонет. Так, залазил я. Прощай, Вердун. Два транспортника мы утопили. Ну и где-то остается один на один. Дедыш, давай торпочки пускай у него, и точно пускай. Да, крейсер гонится за нами в этот раз. Не шарапупится где-то вдалеке, а гонится за нами целенаправленно. Да, пока это для меня самая сложная миссия. Добиваю. Есть второй, где-то третий или четвертый даже уже. Почему тут не пишут, сколько процентов их осталось? Все, где-то пошли прилеты. Конкретно.
И в этот раз, наверное, мне не удастся. Да что ж это? Что ж это такое? Хотелось бы, чтобы это был пятый, чтобы я уже четырех потопил и успел его добить, пока деда потопит. Я так неудачно разворачиваюсь, только носовыми орудиями. Уже лучше сюда разворачиваться. Сильное затопление, очень большой крен у деда. Надежды все меньше и меньше выиграть миссию. Еще прилетело по нему. В торпы пошли. Это хорошо. Если это окажется пятый, хотя нет, еще вот он пишет, пойму сколько у него осталось. Трех точно выбили. Уйди, крейсер, уйди, утоплю. Давайте откачивайте, откачивайте воду. Спасайся, деда. Еще одни торпы пошли. Транспортника. Хоть одна в него войдет. Нет. Увернулся он. А, деда, да, деда, деду прилетело, все, деду хандец. Блин. Жесть. С той же конструкцией, сейчас надо только посмотреть на калибр торпед. Если я смогу его увеличить. Да тут неудобно, где она вот это вот. Меню. Ну, как-то перетащить можно наверх. Ага, можно, вот, слава богу. Ага, тут у нас еще мем. Не пробовал я его перетаскивать, а у нас тут еще, гляньте, сколько всего. Вот так вот, ребята. То есть у нас тут идет управление пухами. Блин. Акустика. Вес башни увеличивает. И обнаружение торпед увеличит. Но оно нам особо не нужно. И радио сейчас не нужно. Армор. Броня, оказывается, можно выставлять. Я не видел. Сколько миссий прошел. И этого не видел. Но у нас на пределе корабль идет. По весу он. Да. Ладно. Вот у нас торпеды есть. Кислородные торпеды. Цена загрузки торпед. Вес повышается. Шанс взрыва торпед. Но увеличивается дальность торпед. И уменьшается обнаружение их. Вот это вот хорошо. Увеличивается
скорость перезагрузки торпед. И вот мы даже можем поставить вот такие вот опупительные торпеды, сверхторпеды. Да, мне приходится жертвовать потопляемостью корабля. И чем еще я могу пожертвовать? Вес. Больше это жертвовать нечем. Тут у нас скорость разворота отправится. Будем считать разворота. Вес увеличивается, да. Да, не знал, что можно эту менюшку поднять. Мы даже увидеть можем параметры нашего корабля. Прошу прощения, ребята, сколько играл, только сейчас это все обнаружил. Ать. Скорость у нас низковата, конечно. Ладно, поехали. Деда, не подведи хоть в этот раз. Мы тебе торпеды какие барзамутные дали. 21 дюйм. Ты себе не представляешь. Мечта. Оп. И у нас где-то один теперь. Почему-то. От мощности корабля зависит. Количество. Ну, конечно, мне количество хотелось больше. Вообще три. Дестройера. Пробовать пройти эту миссию. Боюсь, что это боевой корабль. Пройти эту миссию, сделать корабль с небольшим количеством пух. Но с очень высокой скоростью, с небольшим количеством мощных торпед дальнобойных. Повысить броню, дабы он был более защищенный. Пухи на боевой корабль, ну, минимальное воздействие наше оказывает. Транспортниковы 4 пухи. Дольше будут валякать, но повалякают. Скорость, мобильность. Основной упор на мощные торпеды. И на скорость. Да еще на защищенность. Возможно. Но как видите, я вот сам про себя не знаю, в каком-то из видео говорил об этом или нет. Ну да, это боевой корабль. Это... броненосец. Я как раз вот расстраивался, думал, как так в такой игрухе-то и не предусмотрели возможность регулирования толщины бронепоясов. А нет, оказывается, есть. Ну, этого пухи больше, но не послабее. В этот раз мне повезло. Это у нас, мы не определили, кто это у нас. Так, не отрабатывает только поворота. А ты, деда, нормально, надеюсь, пустил торпед. Ну, самый лучший, конечно, расклад был бы потопить вот этого вот гада. Он его определяет как эсминца пока. Но это явно не эсминец. Ведь если бы удалось, начинает он отворот отрабатывать. Торпочка идет там, да. Потопить его, тогда было бы спокойнее разбираться с транспортниками. Но в этот раз у него основные орудия значительно слабее. Их, конечно, на моего деда хватит вполне, но... Да.
Эта торпеда прошла по кормой. От этой он отвернет. Да, может, и не успеет. Отвернет. Или нет. Или да, или нет, или да, или нет, или да, или нет. Да, нет, 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 нет. О, есть! О, есть! Да. Затопление минимальное. Ну, почти треть корпуса мы вынесли ему. Надеюсь, и затопление еще пойдет. И, возможно, еще войдут торпеды в него. Нет, вот этих он все-таки... Если он сильно развернется, он может на вот эту торпеду нарваться. Если он будет уходить от этих. Две точно прошли мимо. И, по-моему, сзади еще идут торпы. Они тем более мимо пройдут. Нет, увернулся он от этих всех. Да верни туда, дружище. Тебе направо. Давай. Ты ультраправый, тебе направо. Пошел долбаный. Давай, шнеляйся. Ну, не, прошла все-таки мимо торпа. К большому моему сожалению. Но он пока нас не видит, он пока не огрызается, а мы по нему уж пеним. И это уже приятно. Можно проходить миссии разными вариантами, разными стилями. Пытаться создавать тот или иной вариант кораблей. Смотреть, как это будет. Я же наиграться в игрушку можно до тошноты. И до отсиженной задницы. До тромба умена. И до импакта. Но это к тому, что иногда вставайте, двигайте булками. Разминайтесь. Да, эту миссию сыграю. Это будет последняя миссия в видео. Не знаю, как победю, не победю. Но тоже надо будет встать немножко, хоть подвигаться, поприседать. Это действительно можно. Гангрены, блин. Да инфаркту. Инфаркту. Да, игрушка не позволяет так отвлекаться, потому что сейчас я подошел достаточно близко к крейсеру, меня увидел хотя бы благодаря радиосвязи с транспортом. Попытаться заторпедить его еще раз. С этого борта мы пускали торпеды или нет. Там еще и транспортник за ним следом прямо идет. Если повезет, то я могу попасть, если не в крейсер, а торпедами, то транспортника. Ну, деда, пускай уже в секторе. Или у тебя торпеды с этого борта тоже израсходованы. Ай-яй-яй, деда получил свое. Он был злодей, он ел людей, и получился. Давай, деда, ну пусти торпеды крейсера по линии. Их опять кто не все, капец ли. Да. Пусти торпы, деда, утопи крейсера. Читай по губам, если не слышишь, старый. Не хочет пускать торпы. Ну и то не будет. Зашибись, миссионка. Ну, в смысле, миссия. Дед получает полное вообще. Пусти торпы, деда. Утопи крейсера.
Давай. Что-то мне не хватает, что-то не сильно. То ли ума, то ли терпения. Стишки тоже старые, а? Жалко, хотя бы на 120 миллиметров поставить. 102 миллиметра маловато. Лаунч так перезагрузка. Да, ну стопудово, если он сейчас пустит торпеды, они вылетят этого транспорта, не крейсера. Давай, 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 Димочка, дедушка, давай. Пошли торпы. Пошли торпы. Деда, продержись. Ну, хотя скорость у тебя уже не позволит миссию выполнить. Я в тупую просто транспортники не смогу нагнать на 8 там узлах. Ну, буду считать узлами. Транспортника утопил. Не случайно. Разворачивается, видите. Поэтому торпеды по-любому не попадут. Как-то я в торпедах разочарован. Могу понять, как мне эту миссию проходить. Как он на него смотреть? Он от торпеды вернулся. Деда еще пустил три торта и выхватывает бедушку по полной. Ну, он разворачивается, торты у него пошли, он отворот. Он их уже обнаружил. Я и вроде выбрал обнаружение меньше. Уже 10 раз развернуться успел в разные стороны от моих торпед. Ставить дистанцию для торпед меньшую, тогда больше шанса попасть. Выбрать большую скорость. Тем более врагу. Ну, это приходится сокращать конкретно дистанцию до врага.
Ну, крейсер, кстати, уходит. Он видит, у меня скорость вообще упала. То есть даже транспортники могут от меня теперь уйти свободно. Ставим автоуправление. И смотрим, как миссия эта закончится. Ну, сейчас она может просто закончиться про просрочки времени. И ролик, видео окажется безумно долгим. Деда хоть воду пытается откачать. Как-то. Какая конструкция лучше? Упор на торпеду. Он все-таки лидер эсминец. Его основное оружие торпеды. У Ташкента, по-моему, трехтрубник стояло. То есть Д-9 торпед сразу. Некоторых других эсминцев намного больше. Потому что столько пух, по-моему, даже на Авроре не стояло, как я на деда понаставил. Ну, правда, я наблюдал картину, как все-таки ремонтировались машины. И, может быть, где-то отремонтируют. Затопление он уже вылечил, пробоину. Корпус не полечит по-любому. Надо в доки уходить. Сварщиков привлекать. Маляр. Девочек в косыночках. Ну, как видите, полностью затопление тоже не убирает машина у нас. В смысле, наш корабль. Есть надежда на ремонт движков. Но все это может затянуться надолго, а у нас время уже иссякает, и время на миссию. Я могу тупую по времени терни уложиться, для того, что я скорость потерял. Ну, давайте будем уже упертыми и досмотрим до конца этот бой, чем он закончится или не закончится. Понять наилучшую комплектацию корабля. Ну, вы видели, в некоторых случаях дают два корабля. Экспериментировать. Если поставить мало пушек и очень много торпедных аппаратов, сделать размер поменьше, скорость побольше, на выживаемость кинуть ему чуть-чуть больше, возможно, дадут три ухом посмотреть максимальную дистанцию огня, чтобы можно было разбирать транспорты, не сближаясь с крейсером противника. Ну, как видите, он иногда пытается поменять курс. Из этого я делаю заключение, что две группы у нас кораблей вражеских. Он гонится сейчас за одну и пытается иногда переключиться на вторую. Да, скорее всего, миссия провалена будет по времени. 6,7. Не догоним мы. Ни транспортов, никого, поэтому... Смысла большого продолжать играть нету, извиняюсь. Не будем мы упертыми. Буду на этом видео заканчивать. Буду пытаться строить еще как-то. Пытаться подобрать наилучшую конфигурацию корабля. Тут у нас вот есть бонусы. Бонусы. В тот раз... Для бати я выбирал вот эти бонусы. Сейчас вот эти. Попробую пока с этими бонусами строить. Ну, спасибо за внимание. Если было интересно, заходите еще. Если было интересно и появились мысли по тому, как мне пройти эту миссию, я очень-очень бы хотел услышать советы.
Ну, спасибо за внимание.